продаю, типа, думаю, для 10-вольтовых каких-то там манипуляций, чтобы была какая-то батарейка. Правда, у меня еще один аккумулятор есть, потом. Вот, и на всякий пожарный. Вот это он у меня как разрядился. Я не выключил лампочку в салоне зимой. Вот. И забыл про нее. И в гараж выключил свет, а свет был включенный, и я ее не заметил. И она мне посадила. Машину заводить, а там голый Вася. И все. Ну, аккумулятор я, конечно, потом зарядил, блин, но на всякий случай еще не купил. Вот, а потом еще купил кислоты. Значит, пару банок дистиллированной воды. Вот, а какую дурь сделать? Аккумулятор, который купил, возил в салоне, блин, сразу не выгрузил. И просто, и он у меня наклонился, и на пол выплеснулся. Вот, поэтому, в общем, электролит потом сделал, по плотности догнал, зарядил 1,28 уровня, вот это вот сейчас я сказал, воду потом. И все, и обслужил, и нормально сейчас. Ну, давай спросим, Мишка появился в канале, не прием? Да, я тут. Ну там сейчас там резает какую-то банку, обрыв идет, там же тонкое соединение, блядь, идет на какую-то банку, сетку обрезает, вот вместе пиздец тоже. Хорошо, начинаешь промерять, ага.